Заверение водителя о том, что он купил машину недавно и не знал, какие именно лампы стоят в фарах, не спасли его от оформления протокола. Всего за время рейда были оформлены 3 водителя, а за последний месяц около 20. У них были изъяты ксеноновые лампы, которые впоследствии будут отправлены в суд вместе с протоколом об административном правонарушении. Далее уже суд должен определить меру ответственности водителей за незаконное использование данных световых приборов.